что такое? Что за препятствия? Не понимаю. Трубы какие-то. Настя, иди в лабиринт. Да я уже в нем. Да быстрее иди дальше. Ну ты задолбал, чем мнешься там? Иду уже, иду. И что тут дальше? Привет. Привет. Давай это самое, поиграем. Во что? В этот самый, найди вкусняшку. О, я нашла. А? Я тоже сейчас найду. Мамка где-то тут запрятала что-то. Ой, что это тут? Не вкусняшки-то вонючие, что-то. Это там... Папа, куда ты лазишь? Да там был, мама запрятала что-то, поверила, вкуснятина какая-то. А там кроме гамятины ничего нема больше. Ты вообще съела, потому что. Понятно. Так, где мама? Мама! Мама! Ты не видела Настю маму? Нет! А ну поищи ее, мужу, надеть запрятать. Может, она... Мама! На кухне, как всегда, возится. Или в спортзале там. О, боже. И что нам делать теперь, Настя? Я что знаю? Давай как-то вверх поднимайся. Я уже поднимаюсь. Давай, мать, забирай и пошли. А где она? Не знаю. Мама! Мама! Давай Настю это самое по лабиринту пропустим. Пусть едет девочка, прогуляется. А я тоже не знаю, где я. Я не знаю, где мама, я не знаю, где ты. Убоги! Что мне делать теперь? Как мне и туда залезть? Она что? Это что, они специально нас так разлучили? Ну, наверное. Мама родная, я застрял. Вот и она. И мамы нет. Ой, наконец-то выбралась из этого лабиринта понючего. Да за лабиринтом мы выбрались. А теперь что делать нам? Что они нас заставляют бегать здесь, а? А где мама особенно? Мама готовит борщ. Борщ? Она сроду его готовить не умела. Не умела, а научилась. Научилась, а? Ай, уф, еле залез. Хозяйка нам еду готовит. Хозяйка. Хозяйка как набаламутит такого. Ну его баню мама вкуснее делает. Да. Так, я сейчас вылезу. Я знаю, что я молодец. Настя, давай по моим следам быстро. Чё? Не понял, я запутался, что ли? Что такое? Чё? Ёлы-палы, не пойму, куда мне повернуть надо. Я пойду коротким путем. Оба, я уже вышел, все, молодец я. Нет, ты спрыгнул. А я вот, уже вышла. Я победила. Так где они? Я им покушать приготовила, их нету. Настя, папка, вы где? Настя? Ну, Настя, где вы делись, ну? Да что такое? Так. Может, в рупор крикнуть, а? Ребят, так надо будет как-то... Я прям не знаю. Эй, что такое? Яма какие-то мне прям подкинула туда. Мама! Что, Настя? А тут хозяйка какую-то палку принесла. Грызуку. Нам ее что, есть можно? Уголь, что ли? Ну, вкусно. Ой, дай еще. Да дай сюда, ты уже не... Отпусти!